и, соответственно, потихоньку обустраивать участок, жарить шашлычки, выращивать растения, цветочки, теплица, картошечку. Теперь, соответственно, конструкции решили. В прошлом году кубовая емкость стояла на брусьях, где-то примерно высотой в метр. Давления не хватало. В этом году решили поставить конструкцию. Заказали в уральской усадьбе компания. На сегодняшний день полностью ей довольны. Я, как производитель собственных металлоконструкций со своей порошковой окраски, могу сказать, что все швы полностью качественно проварены. Ни единого промежутка нет. До этого были сомнения, что сборная конструкция является менее, так скажем, надежной, чем цельносварная. Но я очень сильно ошибся, когда собрал эту конструкцию. У соседа полностью помогал собирать цельносварную конструкцию и, соответственно, ставили ее. Жесткость этой конструкции меньше, нежели чем собрали сейчас нашу. Это первый момент. Второй момент, что конструкция состоит из оцинкованной стали. То есть ближайшие 2-3 года, 5 лет, если хорошо вентилируема среда будет, никакой ржавчины не появится, если не будет ни царапин, ничего глубоких. Эта конструкция простоит в окрашенном виде довольно долгий промежуток времени. Вот. Ну, дочь, как обычно, сейчас пробует все, чтобы ползать и все делать. Вот я полностью шатаю конструкцию. Что понравилось еще? Собирается всего на 18 болтов. Спокойно. Обычной головкой. Кто-то может использовать плоскогубцы, отверточка, и все спокойненько собирается. Проблемы, инструкции никакой не надо. Сюда делается дверь, ее будем вешать после монтажа, ну, так скажем, на место, которое будет обусловлено вот там. Когда уже стационарное место примет, тогда поставим дверь, чтобы никаких перекосов не было. Ну, это я так для себя решил. Исходя из сборки металлоконструкции, я примерно решил так. Вот. Что использовалось? Для силового каркаса труба 40 на 40, и в определенных местах 40 на 20. Это прожилка здесь для проема дверей полностью. И 20 на 20, это, соответственно, для усиления устойчивости квадрата. А здесь, соответственно, сверху будет сам кубовик стоять. И все будет, я думаю, замечательно. Еще раз спасибо компании «Уральская усадьба». Заказываем, не стесняемся и довольствуемся качеством. Всем советую.